Ах, это не кофе, это крем. Всем привет! Сегодня на канале Beauty Maker вы увидите обзор на относительно новый бренд корейской косметики Haru Haru Wonder. К сожалению, приступить непосредственно сразу к тестированию этих продуктов весной я не могла, потому что обнаружила у себя такую проблему, как купероз. У меня вот здесь на щечках такие небольшие звездочки сосудистые. Я решала эту проблему, удаляла их лазером. После этого я вообще пересматривала полностью свой уход. Была такая перезагрузка, так скажем. Некоторые я полностью выбросила из своей косметички. И теперь каждый продукт я еще и смотрю под призмой купероза, так скажем. То есть подойдет он мне или не подойдет для моей супер чувствительной кожи. Напишите в комментариях, если у кого-то из вас тоже проблемы с сосудами кожи, купероз, что вы принимаете для решения этой проблемы, какие меры, может быть, кто-то тоже пробовал удалять лазером. Если вам интересна тема удаления этих сосудов лазером, я могла бы снять отдельное видео вообще на тему купероза, помогло ли мне это, и буду ли я делать еще в дальнейшем подобные процедуры у себя в городе, по крайней мере, в городе Иваново. Так вот, и тогда я, конечно же, проверила все вот эти баночки Haru Haru Wonder, и, в принципе, не нашла в них ничего такого супер криминального, что могло бы негативно повлиять на мою кожу. И, конечно же, я тестировала по чуть-чуть, очень-очень аккуратно. Прошла курс специальных кремов от купероза, и потом уже использовала вот эти вот продукты. И могу сказать, что для супер такой чувствительной кожи они подходят. И это здорово, это просто невероятные, классные продуктики на лето. Очень легкие, невесомые, нежные, с приятным таким освежающим запахом. Ну и так, начнем, пожалуй, вообще с того, с чего мы начинаем, как всегда, это с тонера. Вообще, взгляд на тонеры как таковые, на то, как их использовать, для меня поменял полностью этот бренд. Когда я увидела, как они предлагают использовать тонер, я раньше почему-то на эту тему особо не заморачивалась. Я просто на чистое умытое лицо наносила пальчиками, распределяла, давала чуть-чуть впитаться и дальше уже все дальнейшие манипуляции. Но тут я узнала, что благодаря тонеру можно смастерить патчи, можно смастерить маску, да все что угодно. Сейчас я вам вкратце покажу, как сделать самой патчи из тонера. Конечно же, сам тонер и ватные диски. Для этих целей можно использовать такие специальные ватные диски, например, какие-то корейские, или заказывать на Алиэкспрессе, они такие квадратненькие или прямоугольные, удобные. Но у меня это обычные стандартные ватные диски. Берем ватный диск, разрываем его, ну или разрезаем ножницами. Я обычно просто рву напополам. И еще можно оставить так, но я предпочитаю разделить на два слоя, так они будут потоньше. Берем тонер и обильненько так пропитываем тонером весь диск. Видите, я так покапала хорошенечко и распределяю. Так, и теперь помещаю необходимое место, где я хочу, чтобы мой патчик работал. Это, конечно же, могут быть стандартные места под глазами, либо если вы хотите, чтобы у вас слегка наполнились, разгладились морщинки на лбу, то, конечно же, можно на лоб, на носогубки, куда угодно. Многие их лепят на щечки, просто вот для такого эффекта, как маски. Очень классно. И вообще можно все лицо просто покрыть такими патчами или какую-то использовать салфетку, ну, чтобы на все лицо нанести. И тоже так прикольненько наносим и держим. Примерно минут 10-15. Не советую держать слишком долго. Единственный минус, который есть у этого способа, мы можем заметить, когда снимаем, что все-таки вот эта вата, она немножко неровная, и иногда она вот эти бугорки отпечатываются на коже, потому что здесь такой вот эффект распаривания, что ли, идет. Вот такие вот патчи мы сделали с вами самостоятельно. Можно расширить этот лайфхак и кроме тонера добавлять также на патч, прямо на то, как мы нанесли тонер, добавлять сыворотку. Любую вашу работающую сыворотку мы также просто капаем каплю на диск, размазываем и наносим, и также держим. И снимаем так же, как обычные патчи. Вот такой у нас замечательный бьюти-хак, лайфхак. Пользуйтесь. Так, плотненько тестировать косметику Haru Haru я начала уже в более жаркий период. Как известно, у нас потеплело, такая жаришка началась рано этой весной. Поэтому можно сказать, что уже я как бы на лето за тест такой сделала и могу с вами поделиться такими летними впечатлениями. Ну, во-первых, тонер отлично работает и как при создании патчей масок наполняет, освежает, немножечко убирает темные круги, заполняет какие-то морщинки. Ну, это все за счет вот этой, просто напитывается влагой кожи. Это, конечно, такой вариант
долговременный косметический эффект, как, в принципе, зачастую и от патчей обычных. Либо использовать как обычный тонер. Очень классно, можно в течение дня просто освежать лицо. Просто здорово и классно. Я считаю вообще, я люблю очень корейские тонеры. Некоторые косметологи говорят, что зачем вообще нужны тонеры? Умылся, нанес сыворотку, крем, все, больше ничего не надо. Но согласитесь, какая у нас вода? После такой воды кожа моя становится очень сухой, стянутой, неприятное ощущение. И тогда мне на помощь прилетает тонер. Я, конечно же, нанесу тонер на лицо и чувствую вот это вот как раз необходимое увлажнение, приятное. И на который уже приятно наносить все остальные продукты. Так что я всем вам советую использовать тонер. Они стоят недорого относительно других средств и очень прям незаменимы в косметичке. Далее, конечно же, после тонера, после вот этих всех волшебных манипуляций с ватными дисками, мы можем использовать сыворотку. Ну, если, конечно, мы ее не использовали, опять же, с ватными дисками. Сыворотка очень прикольная тоже. Она такой гелеобразной, вязкой немножко текстуры. Вот как такие какие-то жидковатенькие сопельки. Но, тем не менее, она очень-очень легко, невесомо распределяется на коже. Очень быстро впитывается, если тонким слоем ее наносить. И оставлять такой вот освежающий, приятный эффект. И запах вообще, это отдельная тема. У всех продуктов хару-хару, Wonder, запах такой, знаете, для меня, когда я первый раз попробовала, я была удивлена, это запах роллов. Для меня именно вот имбиря, видимо, оттушку какую-то положили имбирную, и вот какая-то у меня ассоциация, что вот ролики заказали что-то такое, потому что мне вот напоминает очень имбирь. Понюхайте, я думаю, вам тоже какие-то нотки напомнят об имбире. И это, в принципе, меня не раздражает, мне нравится такое освежение летом, очень классно, я считаю. Сыворотка прикольная, самое главное, что она не плотная какая-то, не маслянистая, не склизкая, а такая вот нежная, очень воздушная, невесомая, то, что нужно летом. Это вот по ощущениям, по моим. Ну и, конечно же, крем. Крем – это вообще просто отдельная любовь. Посмотрите на это оформление. Это нереально круто, ни у кого я еще такого суперского оформления не видела. С ним хочется просто фоткаться в Инстаграм. Постоянно фоткаться, фоткаться, как будто это кофе. Как он мне подходит по цвету. Это супер, конечно. И, естественно, бренд позиционирует, что это такая упаковка, которую можно использовать в дальнейшем. Как подставку для карандашей. Как какой-то стаканчик для мелочей. Шкатулочка, что-то в нем хранить, что-то туда ставить. Ну, действительно, очень функциональная вещь. Крышка, как может показаться, открывается не так, а откручивается, как у крема. И здесь мы видим, я так думаю, я, конечно, не пробовала, вот эта вот белая часть, наверное, вынимается, а может и нет. Защитная крышечка и сам крем. Я сходила за такой вот прозрачной лопаточкой, которая, кстати, если я не ошибаюсь, шла в упаковочке с кремом. Поскольку у нас такая баночка, я не советую никому туда залезать ручками, иначе вы занесете бактерии и считаете, что у вас крем уже не будет иметь тех полезных свойств, которые он имел изначально. Посмотрите, как эта вкусняшечка выглядит. Он похож на какой-то йогурт, я бы сказала, по консистенции, такой достаточно густой. Но тоже очень-очень легко, просто невероятно распределяется. Но у него я заметила такую особенность интересную у этого крема, что как по привычке я тут несколько таких точечек наношу на лоб, парочку там на щечки, на носик, и начинаю распределять, и понимаю, что много. Вот я не знаю, почему так, поэтому я уже приноровилась и наношу по минимуму прям вот какую-то капельку мизерную, но он так здорово распределяется, что продукта надо совсем-совсем мало. Я думаю, его хватит надолго, и это здорово, по крайней мере, на все лето и, может, даже на начало осени мне точно хватит при ежедневном использовании. Оставляется слегка какой-то небольшой блеск после того, как его нанесешь. Но если вот тонким-тонким слоем использовать, то он со временем проходит, впитывается. Заказать эту чудесную косметику вы можете в моем любимейшем магазине Style Korean. Там все время потрясающие, крутые, мега акции, скидки. Вот посмотрите, я для вас скриншотики выложу, чтобы хоть как-то вас туда заманить, потому что надо знать хорошие рыбные места, где можно косметику хорошую урвать и со скидочками. Если регулярно следить, то действительно можно где-то даже сэкономить. Косметика Haru-Haru Wonder. Я бы сказала для меня, ну, достаточно к такому ближе к дороговатому сегменту бы отнеслась. Ну, мне как бы я могу и подешевле найти какие-то продукты, но в то же время для большинства людей, особенно, ну, вообще не только в нашей стране, но и в мире, в принципе, этот бренд, наверное, относится, конечно, к таким средним, ближе даже к дешевым. Ну, вот такой вот тонер 150 мл обойдется вам в 1500 рублей. 1580 на данный момент он стоит на сайте Style Korean.
Сейчас я вам немножечко вкратце расскажу, что в нем такого волшебного заявляет производитель, кроме своих впечатлений, которые я уже поделилась. В нем экстракт ферментированного черного риса. Но будьте осторожны, любые из таких ингредиентов могут потенциально вызывать аллергию. Обязательно тестируйте, прежде чем использовать, на сгибе, на запястье или где-то еще. Что же делает этот черный рис? Повышает упругость кожи, делает поверхность кожи гладкой, мягкой, подтянутой. Он как бы фундамент такой, который подготавливает кожу к дальнейшему использованию других средств. Благодаря ему эти все последующие другие средства лучше работают. Ну и, конечно же, без легенды никуда. Черный рис в древнем Китае считался запретным рисом. Он был доступен лишь семьям императоров, членам высшего общества. А кроме прочего, он содержит большое количество антиоксидантов, полифенолы, флавоноиды, много всяких витаминок, цинк, магний, калий. Хорошо питает, увлажняет, восстанавливает рельеф кожи. Ну и, конечно, не обошлось без своей уникальной технологии UDT, которая позволяет проникать компонентам в очень-очень глубокие слои кожи. Также бета-глюкан, который регенерирующими свойствами обладает, семена тамаринда индийского, укрепляют естественный защитный барьер кожи. В общем, весь этот состав – это 95% натуральных ингредиентов, поэтому будьте осторожны на предмет аллергии. Опять я одела очки, хотя люблю снимать без очков. Обычно хожу в очках. Конечно же, не содержит никаких бяг в плане парабенов, синтетических красителей, даже ароматизаторов. Хотя, видимо, это природные какие-то ароматизаторы. И исключено тестирование косметики на животных, если для вас это очень важно. А для многих, я знаю, сейчас это важно. Так, разобрались мы с вами с тонером. Делайте для себя выводы, нравится ли вам такой продукт. Продукт, который отвечает всем современным требованиям и также требованиям на лето. Очень легкий, невесомый, приятный, полностью меня удовлетворяет. Напишите в комментариях, хотели бы вы попробовать такой, либо вы уже пробуете, и что скажете, ваше мнение. Дальше у нас сыворотка. Это у нас вот такая миленькая баночка. Очень интересный дизайн, приятный колпачочек. И такой дозаторик очень удобный. Вот сюда я пшикну. Black Rice Serum. Это серум, сыворотка с черным рисом, опять же. Хару Хару Вондер. На сайте Style Korean она стоит сейчас за 30 мл 1980 рублей. Ну, естественно, расход у нее очень экономичный, и, в принципе, если даже каждый день вот по капельке использовать, хватит надолго. Достаточно такой объемный баллончик. Удобное дозирование, не переборщишь, как с пипетками, то есть не надо ничего залезать. Мне нравится это, очень удобно, потому что когда ты лезешь в пипетку, где-то что-то пылинка, что-то все равно может попасть туда в этот, и уже ты не уверен в целостности своего продукта, который наносишь на лицо. А здесь ты знаешь, что все только вытекает и ничего внутрь не попадает. Это очень большой плюс. Опять же, экстракт черного риса, о котором мы уже с вами говорили. Есть экстракт кожуры побегов бамбука, успокаивает раздраженную, чувствительную кожу, снимает воспаление, покраснение. Экстракт листьев алоэ вера, ну это вы знаете, живительная влага, тоже регенерация, гиалуроновая кислота, в общем, удержание влаги в слоях кожи. Не тестировалось на животных. И волки сыты, и овцы целы. Выступают тут в роли волков, сыта ли я? Ну, если честно, вот от тонера я вижу эффект, потому что тут уж как-то можно поиграть с ним по-разному, и пачки, и все вот это сделать, это завлекушно, так здорово, мне нравится. А сыворотка, мне вот нравится ее в эти патчи, например, добавлять, просто наносить, но каждый день не использую, и какого-то прям вау эффекта от нее, как от некоторых, я не замечаю, не успокаивающего там никакого, ну просто нанесла, увлажнилась, ну и здорово. Ну и плюс также, что она очень легенькая, невесомая, приятная, если вы хотите иметь вот такую, как бы всю, ну не всю линейку, но вот какой-то такой ступенечки этой линейки, то в принципе можно ее приобрести, но это, я думаю, не супер такой обязательный продукт. Хотя в ней наверняка всех вот этих компонентов побольше концентрации, чем в креме, конечно же, чем в тонере. И последнее мы с вами разберем, сейчас посмотрим, это крем, самый красавчик. Это мой сейчас любимчик. Вы знаете, как я люблю крема для лица, я их трачу прям очень достаточно быстро, и я всегда очень ценю крем такой, который вот не оставляет после себя никакого негатива, и такие легкие, приятные текстуры ценю, особенно на лето, я могу его под глаза наносить и куда угодно, ну, не совсем куда угодно, вот, в принципе, я очень-очень довольна. Это гиалуроновый крем, очень супер увлажняющий, это заметно и видно. Большой-большой объем, 90 мл. На сайте Style Korean сейчас он представлен и стоит 2520 рублей. Производитель заявляет, что крем на всех уровнях, и на внешнем, и на внутреннем, обеспечивает глубокое длительное увлажнение кожи. Ну да, соглашусь, увлажняет он неплохо, на самом деле это так. Значит, черный рис, опять же, про его богатые свойства говорится.
и гиалуроновая кислота, увлажняет кожу, отвечает за упругость и эластичность. Сафлоровое масло выравнивает текстуру и тон кожи, и масло примулы вечерней укрепляет естественный защитный барьер кожи. Эфирное масло лаванды, может быть, поэтому такой приятный лавандовый цвет, успокаивает раздраженную кожу и также является отличным натуральным ароматизатором. Успокаивает раздраженную кожу, это про мою кожу. Я не замечаю каких-то резких покраснений, чего-то такого неприятного на коже, никаких негативных розацеев или каких-то покраснений этот крем не вызывает, это огромный плюс. Мне нравится, его можно утром нанести, потом немножечко подождать, пока он впитается, и после нанести солнцезащитный крем, и не будешь чувствовать какой-то супер пленки на лице, что слишком много продуктов, все очень здорово для лета, супер классно. Я осталась очень довольна от всей души косметикой Хару Хару и ее оформлением. Я вам советую обязательно попробовать тона и обязательно попробовать крем. А сывороточку на ваше усмотрение факультативно, не обязательно. Напишите мне в комментариях, использовал ли кто-нибудь из вас тонер, чтобы делать патчи. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно заходите на сайт Style Korean, присмотрите себе что-нибудь. Подписывайтесь на канал Beauty Maker, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить все новое и интересное. Ну а я вас всех целую и люблю. До новых встреч на канале Beauty Maker.